Московский театр оперетты. Премьера сегодня «Мистер Икс». Музыка Ингра Кальмана. Фойе театра оперетты постепенно наполняется. Парадная лестница наверх. Ну как же театр без буфета? Здесь хорошо пахнет кофе, как всегда. И можно угоститься. А в театре почему-то очень хороший аппетит. Красное сухое вино, французское. И сёмга. Прекрасно. Афиша представляет собой произведение искусства. Это графика. Очень интересная. Каждая афиша – это шедевр. Хорошо, что сохранили. 67-й год. Вот, «Белая ночь». Музыка Хренникова. Цирк. Музыка Милютина. Граф Люксембург. Угу. Прекрасно. Музыка Легара. 1960 год. Ой, какая афиша интересная. 1970 год. Не бей девчонок. Музыка Заславского. Оперетта. Угу. Веселая вдова. Какие краски, какие линии. О, какая афиша интересная. Ничего лишнего. И вот тоже. Полярная звезда. Музыка Баснера. Вениамина Баснера. Тоже последняя забытая. Оказывается, Баснер писал музыку к оперете. Надо же. Фойе амфитеатра. Вот ряд артистов. Много знакомых имен. Юрий Веденеев. Герард Васильев, Светлана Варгусова. Владимир Голышев. Вот так. Тоже знакомый. Очень красивые лица. Виталий Мишле. Жанна Жердер. Это исторические фотографии. Это гордость театра. Те артисты, которые служили здесь в прежние годы. Михаил Качалов. Ой, какие имена. Вячеслав Богачев. Сава Мамонтов открыл этот театр. Он основатель театра. Угу. Татьяна Шмыга. Владимир Канделаки. Угу. Память.
память этих артистов. Вот хорошо, что в этом театре помнят и тех, кто посвятил эту сцену своим творчеством, и современные артисты. Пока рассаживаются гости, дорогие зрители, полюбуемся на люстру, на потолок. Роскошная люстра, хрустальная. И вот эти ярусы. Белый этаж. Белое с золотом в основном преобладают, и канделябры освещают. Ну, театральный дух – это что-то. Я всегда в предвкушении восторга. А в медальонах этого большого плафона композитора 19 века. Вот я вижу Мусоргский, Бизе, Римский-Корсаков, Чайковский, Верди, Бородин и так далее.